мы начнем заниматься химией. Алмазами. И алмазами. Наши инструменты, наши препараты и наш чайник. Мама, инструменты. Так, сначала наливаем воду. Вода, первый этап, есть. Готовим порошок. Второй этап. Открываем порошок. Вот здесь режь. Здесь режь. Мама. Вот здесь режь. Угу. Ну, давай еще. Давай режь. Высыпаем. Не мимо. Смотри, ты мимо высыпал. Итак, мы насыпали волшебный порошок. Теперь мы его будем мешать. Мешаем аккуратно. Так, высыпаем камни. И закрываем на час. Мам, шипит, бурлит, шипит. Матвей в маске. На часах 9:20. По инструкции написано час не трогать и ждем для засыпания час последнего порошка активатора роста кристаллов. Полчас мы насыпали активатор роста кристалла и через 24 часа, через сутки, будем смотреть, что произошло.